71 год не юбилей, но дата солидная. День рождения родного города накануне отметили тагучинцы. Праздновали на широкую ногу с ярмаркой, фестивалем красок и концертом. Екатерина Горшкова расскажет подробнее. Наталья – коренной житель Тагучина. Здесь училась, теперь работает на почте. День города – один из любимых праздников. Отмечает его с друзьями. Очень приятно, то, что нас все приехали поздравить. Очень красиво представлена ярмарка. По традиции в день рождения города проводят ярмарку. Продают хлеб, сыр, молоко, колбасы, изделия из дерева. Все от тагучинских производителей. Довольно весомый удельный вес тагучинского района в экономике области. Но задача сегодня не радоваться, не самоуспокаиваться нигде никому. Мы должны прирастать. Мы должны прирастать каждый год. Почетными грамотами и ценными подарками наградили 38 тагучинцев. Это ветераны труда, заслуженные учителя, врачи, инженеры. Самое, наверное, важное, это с какими лицами ты видишь в этот день жителей и гостей нашего города. Вот если улыбаются, если все хорошо, если слышат детский смех, значит, есть праздник. Начать производство утеплителя по новой технологии, построить несколько животноводческих комплексов – это далеко идущие планы горожан. Екатерина Горшкова, Владимир Полосин, новости ОТС.